понятно, что ты расстроен, но все-таки попытайся предположить, что произошло на последних минутах. Честно, не знаю, что произошло. Может, мы устали, у нас сейчас игр много. Ну, три игры, которые были слишком часто, или как там правильно. И устали, может быть, я не понимаю сам. Я не знаю, что говорить про эту игру. Но по самоотдаче нельзя вас ни в чем абсолютно обвинить, потому что команда боролась, команда двигалась хорошо. И может быть не везение, может быть это причина того, что вы не добрали все-таки сегодня очки. А если честно, какое везение? Просто надо играть до конца, до последней секунды, я так считаю. Везение — это когда ты работаешь. Что там пропускали, это наша вина. И будем работать над этим. Мы все виноваты. Ты сам себя чувствуешь хорошо, ты вот уже во втором матче забиваешь. Честно говоря, я сидел на трибуне и думал, что в той игре вы одержали победу, и сегодня твой гол принесет победу, но не получилось. Ну, думал об этом, но и хотел еще забить. Чуть-чуть у меня проблемы со здоровьем, и чуть, ну, мучаюсь. А так, был бы рад, если выиграли. Уже не имеет значения. Скажи, а у тебя проблема лишнего веса существует на сегодняшний день? Небольшого? Ну, сейчас есть. Работаю над этом. И буду стараться, потому что вернулся обратно. За личное у меня и травмы бывают, и надо похудеть, чтобы, если хочу, ну, чтобы играл в футбол. Все тебя невольно сравнивают с тем Олегом Андрюником, который стал в одном из чемпионатов лучшим бомбардиром. Ты понимаешь это? Ну, и что было, то было. Я уже... Давай так, чтобы что было, то было, а что будет, то будет еще лучше. Согласен? Да, вот это хотел сказать.